Друзья, а перед началом просмотра этого видео я попрошу вас подписаться на наш новый канал. На нем выходят каждый день свежие новости шоу-бизнеса российских звезд. Ссылка на канал будет в описании под этим видео. Подпишитесь, пожалуйста. Сегодня к нам пришла печальная новость. Нам сообщили, что с Любовью Успенской, российской певицей, случилось большое горе. Сегодня во время концерта, где выступала Любовь Успенская, ей стало плохо. Ее пришлось снять со сцены и остановить концерт. Она едва не потеряла сознание. Хорошо, что ей помогли дежурившие на концерте врачи. Они же и приняли решение о срочной ее госпитализации в больницу. На данный момент она находится в больнице, за ней наблюдают врачи. Пока больше никакой информации у нас нету. Мы будем надеяться, что все будет хорошо и Любовь Успенская станет лучше. Мы следим за развитием этих событий и пытаемся как можно узнать больше, что же на самом деле случилось с нашей певицей и от чего ей стало плохо. Давайте в любом случае поддержим Любовь Успенскую, пожелаем ей выздоровления и скорейшего возвращения домой. Давайте поддержим нас, подпишемся на наш канал, нажмем на колокольчик, чтобы не пропускать свежие выпуски нашего канала. Следите за нами, будьте всегда с нами.